Привет, дорогие мои, с вами Коннова Аня, и это мой будет такой разношерстный обзор. Я заказала, успела пару платьишек перед отъездом летних. Ну и давайте начнем с того, что у меня еще не было на канале. Смотрите, на мне сейчас джемпер ярко-розовый, размер 52, артикул 529-371. Читаю с телефона, с сайта, потому что... Мне его подарили, когда я ездила к Андрею Бурматикову на фотосессию. Мне было очень приятно, я не ожидала. И это очень даже здорово. Там каждый себе выбирал по платью. И мне тоже досталась вещь на выбор. И я решила, что я вот это хочу, потому что все остальное у меня уже есть, вы знаете. Итак, значит, 95 хлопок, 5% эластан. Это не банальные яркие повседневные образы. И здесь главный помощник асимметричный крой, да, идет коллекция Бурматиков, стоит весьма недорого и тянется великолепно. Значит, тут у нас идет завязочка такая вот интересная, да, джинсы тоже Фаберлик, шлепы тоже Фаберлик, я думаю, их видно, да, Антон? Да. Меня Антон снимает. Вот, и значит, мы тут завязываем как хотим, хотим потуже, хотим послабже, но я, конечно, выбираю послабже. Тут как будто бы обычная такая хлопковая футболочка, которая хорошо, очень хорошо растягивается везде. Вот. Но с другой стороны, что-то такое оригинальное, и уже как бы можно и на какое-либо застолье, торжество и так далее. Смотрите, ребят, очень давно мечтала о таком платье, но я почему-то думала, что оно мне будет маловато. Но, как оказалось, платье на мне смотрится нормально, нормально. Конечно, под него еще можно чуть-чуть похудеть, но 52 размера не было. И из этого я, конечно, рискнула заказать 50 размер. Цвет темно-зеленый, артикул 528-714. Это трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины. 95 полиэстер, 5% эластан. Ну, очень идет мне этот цвет. Я знаю, что он мне всегда подходил и подходит. Вот. И он действительно классное и клевое. Оно хорошо тянется, оно идет цельное. Тут у нас до вот этого, да, места... У нас получается идет замочек, да, Антон? Вот тут. Угу. Да, вот тут идет замочек, и ну, вот такое вот оно клевенькое и аккуратненькое. И я бы хотел добавить еще вот цвет, который передает телефон, немного синит. Оно немного да? Позеленее. Samsung это любят телефоны. Сейчас на мне практически цельный образ. Но немножко другой нужен купальник. Ну, купальник, так как вы просили, я вам покажу, как в нем смотрится грудь. И дальше, значит, артикул 930-010. Это платье Макси. Цвет синий-белый, полоски, размер XL, 100% вискоза. Вот по длине я 1,62 м. Мне прям самое то идеально. Я обожаю вот такие вот длинные платья. Ну, а чтобы они в ноге не путались, да, то есть, если что-то где-то по ступенькам, его, как вы понимаете, нужно приподнимать. Также шляпку, которую я оставила от компании Фаберлик, я беру с собой, и такие вот очки. Я думаю, что очень даже красиво и классно, согласитесь, вообще прикольно получается. Платье очень легкое, оно не тянется, но оно свободное. Оно скрывает все недостатки, а за счет полоски удлиняет силуэт и идет, как вы видите, оно просвечивает. Я вам еще покажу одно видео с полосатым купальником. Оно реально просвечивает и ничего тут не поделаешь. Вот, но с другой стороны, ну, я думаю, вот тут вот видно, да? Там на да, видно, на камере видно. Вот, видите? Как бы такое вот оно легонько-легонько, прям приятненько-приятненько. Ну и хочется показать сразу на весь YouTube. Я, конечно, целиком раздеваться не хочу, но просто показать, как смотрится вот купальник. Мне кажется, вполне симпатично. Лямочки я тут до предела сделала. Вот в размере, по-моему, XXL, 2X или 1XL. Слушайте, не помню, какой я брала, но я его уже вам показывала, просто по вашим просьбам дублирую. В принципе, нормально. Он идет не утягивающий никакой, но он скрывает все недостатки и, в принципе, смотрится отлично. За счет того, что вот тут вот сверху очень высоко, да, вот эта штучка, вот тут вот он не создает...
создает эффект гусеницы, и получается такая более-менее ровная, красивая спина. И, в общем, мне он понравился. Он не уменьшает, не увеличивает грудь, в принципе, все в порядке. Что мне понравилось вот в этих обоих платьях летних, то, что тут сзади есть такая вот завязочка, и вы можете повыше себе завязывать, да, пониже опускать, да, вот я думаю, вы видите. То есть оно до такой степени коммуникабельное и легкое, что оно может быть как форео, оно может быть как платье. То есть вы можете искупаться и сходить, допустим, попить кофейку, не обязательно бежать в номер и переодеваться, да. Вы сейчас знаете, что в многих отелях вход сразу в купальниках, в каких-то прозрачных штуках, да, он запрещен. И очень часто такое бывает, что вот вы проголодались, наплавались, бежите в столовую, а вам говорят, нельзя, да, вам нужно сначала одеться, оденьтесь, просят. Вот, поэтому мне кажется, вот в этом самое то, в этом и в том. Никто ничем не попрекнет, и это очень удобно, да, то есть надели, зашли, перекусили, а потом уже, допустим, пошли в номер, там, принять душ, куда-то еще собраться сходить, приготовиться к вечерним посиделкам, да, если вот, например, отельный отдых взять, это тоже классно. Платье просто суперское, ну, как вы понимаете, подо все подойдет. Можно, например, взять сумочку светленькую и шапочку беленькую, да, то есть вот, и разбавить образ, и у вас уже получится здорово. Ну, вот, например, вот так вот. Кстати, эту шапку мы где-то, по-моему, в Джубге покупали, да, Антон? Точно не помню. Когда в Краснодарский край ездили, по-моему, там. Я шапки вечно везде теряю, мне их надолго не хватает. Если экскурсия, это минус шляпа. Всегда. Я не знаю, почему я такая. Вот. И вот, например, уже как бы получается куда симпатичнее, да. И уже вот эти лямки, кстати, белые от купальника, можно прям так и ходить. Оно уже более-менее сочетается. Можно еще шлепки надеть, допустим, посветлее, а не вот эти вот черные от компании Faberlic. И тоже будет здорово. Так, кстати, я не сказала артикул. Так, артикул 930-016. Цвет черный, размер XL, состав 100% вискоза. Очень даже симпатично.